Смотри, восходно, команды разблокированы, вы можете сейчас вступить в команду или создать свою. Ой, спасибо. Так, поиск, да, конечно, создать свой, свою создать стоит 100 этих самых алмазиков. Создаем, конечно, свою. Так, что такое? Переименование стоит. Что там стоит? Так, а что здесь написать? Как у меня будет называться, получается, команда моя? Ладно. Подожди, английский поставим. Дуда Плей. Так, это что такое? Минимальный, любой, платина. Так, а кто будет заходить? Да любой. Так, а это что такое? Открыть? Открыто? Нет, открыто. А, давайте напишем здесь. Всем привет. По-русски только. Привет, друзья. Друзья, заходите в команду, да? Привет, друзья, жду вас в команде. Жду вас в команде. Добавляйтесь. Добавляйтесь в друзья. Угу. Добавляйтесь в друзья. Все. Так, минимальная мощность. Сколько тут? 500, 100. Так, ладно, пока будет вот такое все. Создаем. Так, ну что, мы создали команду. А, здесь еще можно логотип, кстати, поменять, да? Подключение к чату. И что? Это такое, значит, будет у нас. Так, ну, кстати, всем привет. Канал YouTube. Ютуб, Дуда Плей. Дуда Плей. Ага, всем привет. Так, все, отправить. Всем привет, канал Ютуб Дуда Плей. Ну ладно, ну что ж. Так, а мы, ребятушки, знаете, что будем делать-то дальше? Играть в кубки. Вот, мы еще, смотри, открыли новую машинку, разблокировали автомобиль. Спортивный автомобиль. Здорово. Ну что ж, поехали. Первый снег у нас, ребятушки. Первый снег, а снег, ребята, я люблю. Ох, нифига себе. Че, серьезно, 80 тысяч стоит эта машинка. А я хочу вот такую открыть машинку. Это монстр трак такой джип, да? Зелененький. Есть еще синенький пикапчик. И еще, ух ты, а у нас это платина, да? Ладно, плачу на это дофига стоит. Ладно, пока не будем машинку покупать, поедем на своей любимой машинке. Поехали. Будем дальше открывать машинки. Я хочу жить себе. Открыть себе хочу жить. Монстр так. Здесь получится мне его когда-нибудь открыть. Может быть даже в скором времени. Не знаю, как посмотрим. Ну и то уже мы хорошо прокачались. Опа, тихо, давай, поднимаемся. Да, смотри, все, получается, соперники, они... мы оторвались, короче. Оторвались неплохо-таки. Да, смотри, до сих пор нету. А, вот они стали подъезжать к нам, да. Что ж, поехали дальше. Есть, идеальный старт. Едем. Опа, здесь, кстати, внимательно, здесь посложнее немножко трасса. Это я знаю, я здесь это с Мэки-то играл в первый снег. Сколько, ребятушки, я переиграл эту карту, вы себе не представляете даже. Сколько я эту Мэки хотел выиграть, не получалось, у меня только на автобусе я выиграл. Да, ну вторая карта тоже, вторая карта, она тоже не слишком сложная. А вот третья, да... Третья будет сложненькая карточка. Все, проехали, выиграли, молодцы. Идем дальше. Да, здесь надо аккуратно. Здесь надо будет аккуратненько, потому что здесь... Вот я не люблю вот эти вот острова. Ноги переворачиваются. На этих островах. Оп. Тихо. А здесь не надо спешить.
Здесь спешить не нужно никуда. Вот аккуратненько лечить. Оп-оп-оп-оп. Оо! Отлично, башку я разбился. Офигеть. Так, только первое место все равно мы заработали. Хорошо. И дальше мы едем, ребята, кубок с пустыни. Все, на этой же машинке мы и едем. Поехали. О! Вот там остановился на Уане-то. One, two, three. Тихо-тихо-тихо-тихо, тогда уберем. Бензинчик наш есть. Хорошо, хорошо. Так, а здесь надо аккуратненько. Опа, проехали, отлично. Всё, сейчас бензин начнёт кончаться. Сейчас напишут. Да, мало бензина. О, эти взяли. Монетки. Опля, хорошо получилось. Дальше. Я люблю пустыню почему-то. Почему-то мне тут не понравится, как обычно. Опа, есть бензинчик. Так, а вот здесь вот эти кактусы я не сильно люблю. О, а что это они такие быстрые-то, а? Ребятки, вы что такие быстрые-то, алё? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вторая позиция только, блин, ну да ладно, ничего страшного. Нам главное сейчас первую позицию взять. Вот, идеальный старт. Вот я понимаю. Опа. Есть. Выбились. Давай, не еще. О, хорошо, хорошо. Так, где там канистра? 20 метров до канистра. Ну смотри, они какие быстрые-то, да? На автобусах. Быстрее меня, что-то. В некоторых моментах. Все, финишировали. Мы выиграли. Да. Эту катку мы выиграли. Первое место. 200 монет. Ух ты! Это что у нас? Это 300 рублей, супердизель. Да мы и так откроем. А ну-ка, давай посмотрим. А, вот зелененький. Да, до зелененького мне дойти. Я хочу золото. Хочу заработать. Поехали, фабричная гонка. Так, а что у нас там с видом? А, что у нас там, шляпа? А, сырная шляпа. Да фигня какая-то шляпа, не знаю. Ну ладно, поехали с этой сырной шляпой, почему нет? Поехали. Есть, идеальный старт. У нас на голове сыр. Не знаю, что прикол. С антенной, кстати, да. Сырная шляпа, еще антенна. Оооо, давай. Нам нужно выиграть. Нам нужно занять первое место. Какой-то чувак на машинке прям таки резво поехал вперед. Но мы его, ребят, сейчас опередим. Есть, финиш. Хорошо, хорошо. Так, дальше главное выиграть там. Есть, идеальный старт. Отрываемся. Так, включили мы это все. Весь завод мы включили. Так, бензик. Бензик есть. И едем дальше. Опа! Монеты взяли. Так, бензинчик. Где там бензинчик? Надо аккуратненько ехать. О, выключили. Не знаю, что это, ребята, дает, что мы включаем, включаем. А, типа мы это переключили все штуки. Ладно. Нравится мне завод, эта фабрика очень даже прикольная карта. Ну, давайте попробуем. А, у нас получается еще третий раз, мы должны поиграть. Есть, идеальный старт. Ооо, так аккуратно. Блин, да куда? А чё? Почему? Почему я разбился-то? Алло, объясните мне, пожалуйста. Странно, я кнопку вообще не отпускал. Но все равно первое место. Всем привет, ребята, вы на канале Дуаплей, и мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing. Что ж, поехали. И у меня вот машинка такая есть. Ох, что-нибудь интересное. А, так, а ну-ка, подожди. А, что меня обгоняете вы? Алло. Так, мне главное надо брать бензинчик. Потому что без бензина я, ребята, не уеду далеко. О, так, бензик. Thank you very much. И мы
С вами, ребята, занимаем первое место. Что ж, давайте дальше поедем. Опа, идеальнейший старт. Отрываемся. Оп. Ох, нифига, что это было? Как так? Так, главное не... Ох ты, смотри, какая-то обезьянка с нами играет. Реально у него там обезьянка? Лицо обезьянки. Ага, так, бензина у меня дофига. У меня тут турбоускорители стоят. И еще, если я беру монетки, я тоже ускоряюсь. Опа, и у нас первая позиция. Да. А, еще и монетки мне дают. Мало, правда? 100 монеток. О, главное нам не пропустить сейчас, ребята, бензинчик. Бензинчик. Вот у нас бензин, кстати. Опа, взяли. Все, теперь мы точно должны финишировать. Вперед едем. И финишируем. А, ну вот, в принципе, все, финиш. Отлично. Что у нас там? Первое место мы заработали, плюс 150 монет.